На сайте правительства России появилась публикация поручения премьер-министра Дмитрия Медведева о представлении концепции нового кодекса об административных правонарушениях к 1 июня этого года. В документе отмечено, что обновления КОАП нужны для актуализации и систематизации правового регулирования в области административной ответственности. Координировать работу Минюста и Минэкономразвития будет вице-премьер Константин Чульченко. Помимо двух министерских департаментов, в работе примут участие экспертные организации и другие органы государственной власти. Напомним, накануне в Госдуме прозвучало мнение о необходимости замены КОАП из-за большого количества вносимых в него поправок. С таким заявлением выступил первый заместитель главы Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.